Привет. Привет. По прошествии 4 лет мы решили снова посетить эту прекрасную, но душную страну. Мы в Таиланде. Да. Таиланде. Столица Бангкок. Столица Бангкок. Это так, для истории. Мы решили сегодня строить пешую прогулку. Сегодня без транспорта, без ничего, решили просто прогуляться, посмотреть вокруг. Специально нашли отель в центре города, да, чтобы было ближе доступность до всяких исторических мест и магазинов. Сейчас гуляли, решили свернуть с шумной улицы и попали в какой-то такой вот оазис, не оазис, это же рай какой-то. Скоро какой-то праздник, по всей видимости, День матери. День рождения королевы. Можно посмотреть, день рождения королевы, да. Можно посмотреть приготовление. Вот тайцы трудятся там внутри, все, если вы видите. Они готовят помещение для праздника. Мы сейчас видели каких-то школьников. Ульяна обнаружила интересно для нее черепахи. И вот они тут, у них тут свой пляж черепах, они плавают. Можем показать. Скажу вам по секрету, Артурчик готовится работать в Орле и Решка, тренируется. Ну, я бы с удовольствием. К сожалению, меня-то не зовут. Покажите черепахи. Вот черепашки. Черепахи отдыхают. И там еще с ними рыба плавает. Вон рыба зацепилась. А черепахи отдыхают себе на этом надувном? Или не надувном? Не знаю, вот тут рыба и черепахи. Там одна черепаха сейчас, просто она уплыла. Она высунула голову из воды, а сама лежала на воде. Жарко, очень. Особенно здесь сечки еще жарче. Я найду. В очередной раз мы зашли в глубокие недра, города. Да, Ульян? Да, ужас, мы так устали, скажу. Мы уже 5 часов гуляем. Мы уже гуляем 5 часов, и котятки, и вот мы пошли по этим улицам. Мы идем, котенок. Котенок без хвоста. Котенок без хвоста. Мы идем по каким-то улицам. Здесь вот вокруг. О, детская площадка. Где? Вот. Все, ноги не болят. Детская площадка. Нет. Идем. Вперед. Меня снимают? Чужные вот такие вот. Куда-то поворачивают. Да. Катакомбы. Над нами мама прошла. Мама нас завела, конечно. Над нами наш прошла дорога. Где? Так вот. Вот такие улицы. И тут живут местные. Ну, есть площадка? А? Ну, есть площадка. Да, вот. Это самое главное. Вот здесь они вот так живут. Прям все ремонтируют тут у них. Быт такой. Вот. Ну, так что продолжение, выход из этих катакомб будет дальше. Продолжение следует, да. Вышли из этих катакомб.
сейчас... Нет, дайте интервью небольшое. Что мы могли больше сказать? Мы устали. Мы гуляем уже 6 часов. 6, да? Примерно, да? Да, примерно 6 часов. Мне купили уши. Папа сходил. Монаху, да. Монаху сходил. У него был этот красавчик, но он теперь мой. Вот оно, гетто. Зеленый. Мы перешли. Вот так мы переходим дороги. Что мы заметили? Здравствуйте. Можно с вами познакомиться? Попробуйте. Меня зовут Хань Мань Мань. Конь? Ну, попросил бы я вас. А вот и пробка. Видимо. Так шумно. Собянина на вас нет, люди. Зато есть плитка. Зато есть плитка. Зато есть. Проверено. Это плитка. Вот так мы и бродим по гетто. Где? Гетто. Вот здесь Собянинский завод плитки. Видишь, леска, плитка. Здравствуйте, а можно с вами познакомиться? А? Леска, плитка. Немецкая? Немецкая плитка, да. Детская? Собянинская плитка. Вот здесь выливают воду на плитку. Нормально. Ее моют здесь качественной водой тайской. Мы идем по этой воде. Ой-я! Он еще и холодный. А вот банк, видимо. Видимо, невидимо. Ладно, пойдем дальше. Вы ходили когда по рынку? Здесь что-то продают? Я нашла три одинаковых магазина. Что-то продают. Ого, сколько вот отсутствовало. Мне кажется, эта страна популярная. Ну, так прикольно. Очень. Посмотрим. Ой, она уже снимает. Много детей, школьников. Вот они вот. Идут школьники и мотоциклы, помёрзли. Здесь поспокойней, а вот здесь совсем неспокойно. Зеленый. 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 Нам куда левее? Нам левее. Мы идем в лоб. Вот. Мы снова на Протунамме. Через несколько лет после первой поездки вот девочки поднимаются. Лестница очень крутая. Девочкам тяжело. Тяжело, девочки? Да, очень. Да вы, правда, не на эту массу, но похоже. Дальше будем держать нас в курсе событий. Тут немного по магазинам. Мы решили отдохнуть. И прийти на бассейн. На бассейн. Привет. Вот наш бассейн, второй, на крыше нашего отеля. Уже расскажи, что мы на другом бассейне. Да, у нас есть еще второй бассейн. Он на 12 этаже, на крыше. На пятом. Первый на пятом, а это второй на 12. Мы первый не снимали. Да. Снимем. Другой. Вот, мы так на крыше находимся. Это такой вид отсюда. Это крыша.
сейчас тут морская вода. Морская вода! Сейчас я одену очки и буду нырять. Я уже понырял, потренировался, очки вроде бы не протекают. Пошли. Ну давай. Пойдем. Где остановиться, чтобы меня видеть? Я буду нырять вот тут. Давай. Вот тут. Ныряй. Сейчас я проверю, очки не протекают. Нет, я здесь стою. Вот морская вода. Раз, два, три. Поплыла наша русалочка. Все, ну, что ли? А? Все, что ли? Смотрите. Фу. Классный бассейн. Очень красный. Очень красный. Здесь вот здания вот такие. Здесь, ну, я снимаю с крыши бассейна, чтобы вы понимали масштаб и высоту. Здесь такой типа мини-зимний сад. Такой. Все это на крыше находится. Здесь вот эта дорожка. А вот это было, ну, а бассейн. И он там плавает. Русалочка плавает. Туча надвигается у нас, но дождя нет. Туча. Все, бегу. Прошло, и мы снова вернулись обратно в славный город-герой Бангкок. Бангкокск. Ничего не меняется. Те же пробки, те же магазины, те же люди и так далее. Сегодня гуляем, шопимся. А завтра? Истории и шопинги. А завтра? Уезжаем. На меня? Печальная новость. А завтра уезжаем в город Батайск. Батайск. Мы вниз хотели. Ой, не хочет, да, да. После шопинга решили пойти в технику посмотреть. Мы здесь уже были, по-моему? Ну, еще раз надо сходить. Перед отъездом. Идем. Я за тобой.
Я вижу. Я только что всем бы это показала. Мороженое рядом продают. А, двери закрываются. О, здесь так хорошо. А вот тут граница духоты, прохлады. Мы в торговом центре. Мы тут уже несколько раз были, но мы решили еще раз идти. Интересно же. Мы любим это. А мама пока пошла куда? Мама пошла? Мама, как обычно, пошла смотреть вещи. Правильно. Все, выключай. Just run away with my darling. We'll get real lost. We'll get real.